Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1587. Нам нужно решить задачу. В двух бригадах было поровну рабочих. То есть у нас была первая бригада и вторая бригада. Изначально было там неизвестно сколько человек, и тут неизвестно сколько человек, но равное количество. Когда в первую бригаду поступило 8 человек, а из второй ушли 2 человека, в первой бригаде стало в 3 раза больше рабочих, чем во второй. То есть еще одну строчку, столбик, то есть создадим стало. Неизвестно, сколько человек, неизвестно, сколько человек, но в первой в 3 раза больше, чем во второй. Сколько рабочих было в каждой бригаде? То есть вот на эти два вопроса нам нужно ответить. Задачу будем решать с помощью уравнения. И за x обозначим количество человек, которое было в бригадах первоначально. Так как там было одинаковое количество человек, то x человек это сколько было и в первой бригаде, и x человек было и во второй бригаде. В первую поступило 8 человек, то есть стало x там стало x плюс 8. А из второй ушло 2 человека, то есть стало x минус 2. Но так как сказано, что в первой стало в 3 раза больше, то можно такое уравнение составить. Чтобы уравнять количество человек, которое стало в первой и второй бригаде, нужно количество, которое стало во второй, умножить на 3. Потому что там в 3 раза меньше. А чтобы сравнять с количеством в первой, это нужно умножить на 3. То есть получаем уравнение x плюс 8 равняется 3 умноженное на x минус 2. И решим это уравнение теперь. Раскроем скобки в правой части. 3 умножаем на x, тайм знак, который был, и 3 умножаем на 2. Теперь переносим слагаемые, которые содержит неизвестное в левую часть уравнения, которое не содержит неизвестное в правую часть. Х в левой части остается, 3х еще переносим. Было 3х, перенесли в левую часть, станет минус 3х. Равно 3 на 2, 6, минус 6 у нас в правой части было. Плюс 8 еще туда переносим. Было плюс 8, станет минус 8. Х минус 3х будет минус 2х. Минус 16, то есть минус 6 и еще минус 8. Ставим минус перед результатом, складываем модулю, получается минус 14. Чтобы найти x, нужно разделить на коэффициент при x, то есть на минус 2. Тогда x будет равняться минус 14 делить на минус 2, минус на минус дают плюс, 14 разделить на 2 будет 7. То есть x равняется 7х человек было в первой бригаде и во второй. И выполнили задание 1587. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.